заседание городской думы. Прошу голосовать за. Рост благосостояния жителей города, уют и чистота в городе, бесперебойная работа жизнеобеспечивающих ресурсов, по мнению главы города Алексея Коваленко, является целью его совместной работы с депутатским корпусом. Об этом он сообщил в своем ежегодном отчете на очередном заседании городской думы. Среди острых социальных проблем отмечена необходимость наведения порядка с реализацией алкоголя на территории Кстова, нехватка жилья, отсутствие динамики в реализации проектов, начатых в 2005 году. Это Ледовый дворец, кинотеатр «Русь» и ДК «Октябрь», а также другие. Успешное выполнение поставленных перед органами местного самоуправления задач зависит от слаженной работы с городским сообществом. Так, в своей работе Алексей Коваленко планирует опираться на активных граждан с тем, чтобы они имели возможность участвовать в процессах управления и развития города, проявлять свою гражданскую позицию. В целом, глава города удовлетворен слаженной работой аппарата городской думы, сотрудники которого профессионально и четко выполняют свои обязанности и распоряжения. Он поблагодарил всех за совместную работу и выразил надежду, что профессиональные качества, принципиальность и ответственность впредь будут направлены на улучшение жизни горожан. В конце своего выступления глава города обратился к ставчанам. Горожане, убежден, что совместные усилия власти и жителей города послужат сохранению и приумножению достигнутых за 2012 год результатов, а также дальнейшей, еще более активной и плодотворной работы на благо города Кстова. Спасибо за работу. Благодарю за внимание. Отчет главы города Алексея Коваленко был принят депутатами к сведению.